Ну вот после непродолжительных усилий у нас получается вот такая норка. Которую я потихонечку выравниваю. Идеально ровного пола нам не нужно, но более-менее плоский желательно. Сейчас сделаем поярче, чтобы было видно. Вся конструкция в сборе выглядит примерно вот так. Мы растянули ее на трекинговых палках. Вот таким вот образом. И получился у нас вот такой ночлег. Сзади мы придавили к земле. Прижали дровенюка и все. Саш, ты свалил дерево-то? Саша с третьей попытки пытается свалить дерево, но ему не дается. Вон оно. Оно упирается, путается с другими деревьями. И вот это почти, боюсь, мне сейчас упадет на лоб. Вон кончик той сосны, которую мы пытаемся свалить. Есть один вариант, как выйти из этого положения? Я думаю, что нужно наоборот, с той стороны, вот с этой стороны, где ты стоишь, надавить на сосну, она упадет. Ну, вдоль по березе скатится. Да. Ну, надо вдвоем потрясти. Сейчас я подойду. Ну, попробуем.